У меня один брат и одна сестра. У меня один брат. У меня есть братья Кабир. Вот у меня Петя и Наташа. Ну, мама даже еще животика у него нету, но она просто спрашивает, хочешь ты братика? Вот когда у нее будет родиться братик. У нее породится, у меня будет братик. Я хочу только маленького брата. У меня большой. Ну, а ты бы взял, поменял большого брата на маленького? А куда бы большой делся? А папа что говорит по этому поводу? Чтобы не родить ребенка, потому что он будет кричать и будет, и папе будет мешать работать. Нет, я говорю, мама, можно мне еще сестричку? А мама говорит, я не надо лучше одну сестричку, так получится у нас четверо детей. А если бы у меня сестренка родилась, то когда бы мы сейчас с ней бы играли в нормально? Я беру одну игрушку, у меня сестра все родилась. У меня все время сестра нас все время отнимает. Иногда прячет игрушки. Иногда я что-то прошу, она мне не дает. Я бы его воспитывала, чтобы он не отнимал игрушки. Но с ним можно поиграть, но иногда он меня может побить. Они лопатой по голове бьют. Мы с ним сначала играли, а потом дом разрушили, который мы построили. А потом уже мы поссорились, с кем мама будет лежать. Ну, я строю, а она ломает каждый день мои постройки. Может, мне что-нибудь разрушить или сломать? Она у меня противная. Она у меня самая младшая, и поэтому она так себя ведет. Я со своей сестрой дерусь. Ну-ка, расскажи. Ну, я дерусь с ней, потому что она мне иногда достает. Вот сегодня ночью, когда я ложилась спать, он меня ударил. Я постоянно ябедничаю на сестру. Если я что-то хорошее делаю, она все равно рассказывает. Потому что братик у меня врун. И он, когда меня первый бьет, он говорит, что я сначала всегда бью его. У меня вот одна сестра Лили тоже яблочник. Она все время плохо ведет. Нужно говорить не яблочный, не яблочный. Маме сказать все надо когда? А что делать-то? Папе что ли все сказать? Или папе вот хлестать? Я сама не знаю. Кого? Вообще родители мне никогда не верят, когда я ябедничаю. А мама говорит, ты ябеда-корябеда. Они мне не разрешают ябедничать. Но я продолжаю ябедничать. А вот ты на него ябедничаешь? Только один раз в год. Он говорит, прости меня, а я его прощаю. Нет, без них никак. Никак. Будешь один в семье, как-то не очень. Не по себе будет. Я по ним заскучал. А они приедут, и я их встречаю.